Внимание! Всем занять свои места. Значит, ты делаешь наезд с панорамы вот на этих девочек. Понимаешь, что все было хорошо. Девочки, сделайте, пожалуйста, шаг вперед. Ну, просто молодцы, спасибо. Ольга Степановна, у вас прекрасная память. Прошло столько лет, и вы помните всех своих учеников. Да, помню. Я тоже помню, вы говорили, что из меня ничего путного не получится. Ошиблась, очень рада, что ошиблась. Ой, Ольга Степановна, я забыл слова. Познакомьтесь. Здравствуйте. Одна из наших способных учениц. Ну, а что делать со словами-то? Как же быть? Да вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Все будет очень просто. Я вам буду задавать элементарные вопросы, а вы на них будете отвечать. О чем? Ну, например, вы любите футбол? Извините, пожалуйста. Извините. Пожалуйста. Все по местам. По местам. Вы помните, что говорите? Да. Очень хорошо. Уберите бумагу. Вы помните, что говорите? Внимание. Очень хорошо. Внимание. Тишина. Тишина. Выходим в эфир. Выходим в эфир. Добрый вечер. Мы находимся в нашей телестудии, где собрались выпускники школ города на свой последний традиционный телевизионный выпускной бал. Вчерашние школьники, они завтра выйдут на широкую и самостоятельную дорогу. И я думаю, дорогие товарищи телезрители, что с вами будет очень интересно узнать о их дальнейших планах. Ну вот вы, девушка, будьте любезны. Как вас зовут? Меня зовут Ира Егорова. Скажите, Ира, вы счастливы сегодня? Да, я сегодня счастлива. Какие ваши дальнейшие планы? Не знаю. Ну что вы будете делать после окончания школы? Вы пойдете работать на производство или будете поступать в вуз? Не знаю. Ира еще не выбрала своего пути, но мы твердо надеемся, что она найдет свое призвание. Как вас зовут? Вова. Его зовут Владимир. Володя, скажите, пожалуйста, какие ваши дальнейшие планы? Хорошие. У Владимира прекрасные дальнейшие планы. А теперь, дорогие товарищи телезрители, мы приглашаем вас принять участие в последнем школьном вальсе уже знакомых вам выпускников. Итак... Дарю тебе на память. Среднее образование – этап жизни. Носи на счастье. Дядечка. Ну ладно, ладно. Да и новоселье скоро. В общем, все тут вместе. Спасибо. Не за что, не за что. Ничего хорошего, ничего смешного. Ты что такое? Тигра! А зачем ты здесь? А? Невеста еще по этажам. Дай ожерелье. Ну да, что ты боишься? На. Ой. А вон оно. Где? Что, не видишь, да? Вон, где? Вон. Нету. Теплый камень. Ну, здравствуй. Ну, здравствуй. И прощай. Подожди. Ну, подожди, говорят. Как звать-то?
Собрались. Ну что, будем крутить? Или как? Будем, будем. Давайте, быстрее. Вот постель берите. Здравствуйте. Зеркало берите осторожно. А мы все сидим, а мы все покуриваем. Сгорит клубника. Ебок сгорит. Трудно быть болельщиком, без сомнений надо знать. Все команды в общей сложности и отдельных игроков. Помог бы девушке? В доме ведь живешь. Как вы думаете, друзья телезрители, мирно разойдутся соперники в этой встрече или нет? Однако посмотрим. Игра только началась. Хулиган. Москвичам, конечно, сегодня хочется обязательно... Жарко, Софья. Будучи... Я шпарю, так ошпарю. Ой, сгорит клубника, просто сгорит. И шланга нет. Купи шланг. Денисенко отбивает мяч, правда, недалеко. Его тут же подхватывает полузащитник московских динамовцев. Москвичи идут вперед. Мяч у Бобков. Бобков играет на Вшивцева. Вшивцев стабильно бьет по воротам. Денисенко отбивает мяч. Мяч попадает кроме Дремя, ошибается. Мяч у Царева. Царев идет вперед, бьет по воротам. Но не точно. Мяч уходит от перекладины в поле. Его тут же подхватывает удар. Потом Лев Яшин сейчас свободным ударом от своих ворот начнет ответную атаку москвичей. Мяч Мудрика. Мудрик играет со Вшивцем. Вшивцев смещает с места центрального нападающего, теряет мяч. Мяч у Адамова. Адамов сильно бьет воротом, но... Лев Яшин рукой вводит мяч в игру. Мяч у защитников. Они не спеша, уже на этот раз осмотрительно начинают атаку со своей половины поля. Игра заканчивается. Адамов с мячом на месте центрального нападающего. Неточный пас, и мячом завладел уже Вшивцев. Правый крайний москвичей пытается в одиночку пробиться к воротам минских динамовцев, но вряд ли удастся ему это сделать. Так и есть. Мяч уже на половине поля москвичей. Следует сильный удар по воротам и... В сегодняшнем матче соперники проявляют неуемный темперамент. Все в порядке, девочка. Сильный бьет слабого, это элементарно. Постарайся в дальнейшем болеть молча. Однако на поле ничего страшного не произошло, и игра продолжается. Финальный свисток, возвещающий о том, что матч окончен. Окончен с ничейным результатом. 11-я ничья. Опять ничья и опять боевая. Фу. Ну теперь все? Все. Позвоню, позвоню. Молдова вылетит в трубу. Вы так думаете? Я не думаю, я знаю. Ростислав Васильевич, да? Так заходите, обязательно заходите. Здравствуйте. Вы нам всегда так рады. Опять будет солянка с грибами? Ну, как? Прекрасно.
Русик, пятерку до завтра, а? Завтра, завтра. Семен Семенович, я вас приветствую и поздравляю. А с чем? Ну, вообще, приветствую и поздравляю. Здравствуй, Вадик. Привет. Васька мог бы вырасти в отличного защитника, но его погубит страсть к литературе. Много читает. А разве спортсмен должен быть дураком? Предпочтитель. Спорт должен быть глуповат. Ты на машине? Нет, на ногах. Пойдем. До свидания. Что здесь? Киносъемка. Давайте снимать. Уходит режим. Надо снимать. Здравствуй, Юра. Приветствую вас. Как много у вас знакомых. У меня полгорода знакомых. Здрасте. Я готов снимать. Эх, я безумно устал сегодня. Знаете, а вы очень быстро говорите. Ну, такая уж у меня работенка. Если бы на моем языке могли расти мозоли, то давно был бы не язык, а подошва. Аплодисменты приготовились. Сегодня ребята из нашего класса поехали. Я пиротехник! А тут можно идти? Можно. Пиротехника. Страшно. Так сегодня 10 человек из нашего класса поехали в Солигорск. Некоторые девчонки пошли работать на часовой завод. Вот вы нашли интересную профессию. Ну, профессия — это еще не призвание. Вот и я думаю, интересно, в чем мое призвание? Найдешь. У тебя все впереди. Да? Угу. Красота! Ничего, смотрится. Пока. Пока. Не люблю эти новые районы. Дома как солдаты. Направо шинель, налево шинель. А вот если выпьешь, так ведь заблудишься. Простите, но я не архитектор. Ну вот, а я думал, что архитектор, понимаете. Ой-те, какой маленький. Не заблудиться. В подъездах узелки завязывают цветные. Повторяю, я не архитектор. Можно прикурить? Пожалуйста. Спасибо. Ну, здравствуй. Да? Третий день хожу ищу. Ой, ты подумай. Вот девушку искал, ее. Только ты искал, а я нашел. Это что? Треугольник, значит? Треугольники нынче не в моде. Просто третий лишний. Верно. Что верно? Что верно, то верно. Что неверно, то уж точно неверно. Какого черта? Пойдем. А вот возьму и не пойду. Ну-ну. Возьму и не пойду. Генка! Пошли в булочную!
по магниту пришел. По какому магниту? Он подождет. Тебе-то чего от меня? Ну как, звать хоть что ли? Ну уж это совсем ни к чему. Но ведь это глупо, понимаешь? Понимаю. Ну и зачем? Понимаю. Ты ведь не мальчик, дружит до 9 класса. А после 9 не дружит? Ну, я говорю об известных намерениях и отношениях. Откуда ты знаешь о моих намерениях? Ну, я не знаю, я вижу. Тебе сколько лет? 24. Вот видишь? Что видишь? Ну, что видишь, то и видишь. А чего не видишь, того уж точно не видишь. И вообще, то, что я с тобой иду, это еще ничего не значит. Это я так просто. Понял? Понял. Понял? Понял. Строители, вот это работа! А что твоя работа? Наверное, так себе. Работа не бывает так себе. Работа есть работа. Много зарабатываешь? Не жалуюсь. Да не в заработке дело. Скажите, пожалуйста, бывает же такое. Слушай, устрой на работу, а? Облака, а я один. Слушай, демон, ты все можешь. Только устрой на работу. Серьезно? А я все делаю серьезно. Хочет малыш поскорее быть взрослым большим. Хочет ручей стать широкой рекой. С грозой. Крылья мечты над землей парят всегда. Будят, волнуют, зовут полет. Вот и моя белокрылая птица мечта. Сколько людей, столько разных надежд и тревог. Те, кто вдвоем могут к счастью идти. Тот, кто один, ищет спутника дальних дорог. Друга найти. Жду, не дождусь я его волшебных слов. Все будто в сказке на миг замрет. Пусть поскорей долгожданная эта любовь. Ружьишко б духовое завести. Я б их ел. Та-да-ра-ра-ра-ра-ра.
Ну что, пора начинать, Дементий, а? Надо мной небо синее, облака лебединые. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Ну, здравствуй. Ну, что стоишь? Веди, показывай, знакомь. Я ведь пришла, кажется. Я, честно говоря, не ожидал. Ну и глупо. А тебя как звать? Саша? Володька. Владимир Сергеевич, это же не работа, одни всхлипы. А чё? Это же не компрессор, а легкие покойника. Дементий. Ага. Пошли. Значит, вечером сегодня встретимся. Yes? Зовут меня Бляхин, а так само Дементий Палыч. Очень приятно. Чёртова птица. Голубь птицы мира. А, ничего мирного в ней нет. Жирная, жадная, дерется и гадит на дома. А мы красть дома. Ну вот затем и пришла. Зачем пришла? Красить дома. Ничего ободряющего не отвечу. Образования у тебя, рабочей хватки нет. Не привьешься. Знаете, много на себя берете, это не умно, не тактично. А ты не перебивай, когда говорит старший. По возрасту и так сам по положению. На мягеньком живете, у мамы с папой, а к вам на гастроли за стажем. Папы, мамы у меня нет. Ну да, сиротка. А вам-то что? Все мы с крику, с налету. Все мы нынче умные, образованные. Ум одно, образование другое. Сказала, а могла не сказать. Ну ладно, пойдем представлю. Продолжаем концерт. Композитор Дунаевский. Марш женских бригад. Вот оно, хозяйство все! Душа не девушки, а ну-ка, девушки, а ну, красавицы, научат, расскажут. Слышите? Я спрашиваю, слышите? Слышу. Вот, поручаю ее вам. Поручаю и спрошу. Thank you.
так, что я еле ноги таскал. Да? Девушка, слушайте, вы у нас? А тебе еще хуже будет. Правда? Успокоил. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну, чем он там возьмет? Разрешите вашу даму. Что? Разрешите вашу даму пригласить на танец. Пожалуйста. Спасибо. Да ну его. Чего? Ну, загадывает загадку. Почему верблюд не ест вату? А ты? Ну, я говорю, что я не знаю. А он? А он говорит, не ест, потому что не хочет. А ты? А я взяла и ушла. Ну, в честь трудовых будней. За приобщение к рабочему классу. Какая? Часто пьешь? Мало-помалу. Когда мало, когда много? В зависимости. А. Я не буду. Хотелось бы посидеть, поговорить. А разве мы не сидим? Ну, разве так сидят? Пришел. Ну, извиняйся. Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь густое зловещее. И спасу тебя. Это будет сердцем велено мне. Сердцем велено. Но ведь ты же сильнее меня. Сильней и уверенней. Будь, пожалуйста, поумней. За то, чтобы агрессивный военный блок НАТО в случае военного конфликта применил ядерное оружие. Париж. В испанский порт Вига прибыла с визитом эскадра западно-германского военно-морского флота. В составе двух... А мы, значит, не бьем, а мы, значит, не едим. Волосики-то растрепались. Девочка, что ли, волосики-то растрепала, а? Тетя Дементий трепанул. Живем душа в душу, секретов нет. Каждый день ночи жду. Думаешь, легко такое сказать, да? Ты не говори. Забыл. Минуту счастья. Не нужно, не нужно. Если в сердце женщины такой мужчина аукнется, женщина всю жизнь такое счастье помнить будет. Какое счастье? Как какое счастье, Володечка?
Счастье у всех одно. Одно у всех счастье. Хочешь, хозяином будешь, а? Одно твое слово, он чертушкой вылетит отсюда. Кто? Как кто? Дементий? Он у меня повернется. Дом-то на меня записан. Волчица. Хулиган. Ты подумай. Подумай. Знакомец пришел. Садись, садись. Ну, я рабочий человек. Оно и видно. Да это оболочка, не больше. И потом, этими же руками заработано. Отец мой пролетарий, мать моя кухарка, я рабочий с мозолистой рукой. Устарелый и чушь. Мать умерла. А отец... А бог с ним. Угу. Учишься? Школу кончил, а потом армия, ну да и все. Здравствуйте. Здрасте. В твои годы институты кончают. А я учусь. Брешь. Ну, буду. Спеши, спеши, спеши. Пьешь, конечно. Отвыкаю. Ну-ну. Ты вот что. Ты по подворотням и подъездам не води. Ты за ней ухаживай. Ты лучше в дом ходи. В дом. Угу. А это вот... Это ты сними. Нехорошо это. До свидания. Ну? Порядок. Позвольте. Поговорим? О чем? Про любовь. Поговорим. Прошу. Ага. Так о чем поговорим? Знаешь такую песенку? По напрасну Ваня ходишь, по напрасну ножки бьешь. Знаю. Вот и не ходите. Так у меня к ней серьезное намерение. Чего-чего? Серьезные намерения. Очень приятно в наш суматошный век видеть серьезные намерения. Ты не бойся, я по-хорошему пришел. А я не боюсь. Вы пришли по-хорошему поговорить со мной о девушке, к которой у вас серьезные намерения? Дорогой мой, а я-то при чем? У меня с этой девушкой только хорошие отношения. Видите? Только хорошие отношения. Друг, значит. Ну, я надеюсь, вы способны понять подобную ситуацию. Очень рад был познакомиться. Девчонки, никогда в жизни!
Матвей. Сияние сияет, пятерку придется пожертвовать. Пятерку? Нет уж. Накупим шампанского, мороженого, кофе. В общем, всего, чего хочется. Жизнь не держала в руках зарплаты. Нас угощать нечего. Бляхину. Давай. О, правильно. С первой зарплаты тебя, Мишка. А что она делает? Даня дает барашка в бумажке. Клав, пошли, вечером созвонимся, да? Девоньки, пока. И вы тоже отдаете ему? Никогда в жизни. А почему они? Денек сегодня. Душевная погода. А я для Зарницына насквозь вижу, до самых пяток. Что ж вы видите в моих пятках? Не сработаемся. Возможно. Точно? Иришка. Чурайтесь. А Бляхин не зверь, далеко не тигр. Зашли бы вечерком на огонек. Побеседовать. Приду. Ответственная беседа. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Та-дра-та-тара, та-дра-та-тар. Сюрпризом, сюрпризом, рождение справляю. Посидеть, покушать, поближе познакомиться. Друга душевного нет, вечерами один. Один сидите и пируете. Сказала, а могла не сказать. Слушай, хочу тебя в учетчице перевести. Работа чище, оклад выше. Не перевести, а рассчитать хотите, не выйдет. Мне нравится эта работа. Ну, что нравится, что не нравится, об этом в бригаде руковожу я. Об этом руковожу не говорят. Но нравится мне твой характер, а? Друзей нет. Давай закурим, товарищ по одной. Войну вспоминаю. Кровавое дело тоскую. Друзья, товарищи были. У меня на войне отца убили. И по войне не тоскую. То есть я в каком смысле? А в любом. Да нет, ты. Я не овца, Дементий Павлович, черта не замазать. И не говорить, что там война, что ордена у вас. Ничего не может быть у человека, если он взятку берет. Взятку? Да. А ты видела? Видела. Видела. А может, и давала? Ты давала, а я не просил, кто виноват, а? Не успел вагон вскочить, уже как невесту оберегаешь. Как это у вас легко и просто? А у нас в молодости было иначе. Все сложнее было, сложнее. А может, это и к лучшему. Все меняется. Это обязательно. Да. Здравствуй. А Володя водки не пьет? Не давай на себе ездить. Ах, это водка, водка. Правильно, но зачем же под руку? Ладонь-то не поможет. Пьющего видно по глазам. Не выедай людям душу. Ой, тратите на водку деньги. Губите молодой организм. А сколько вместо водки можно купить вещей нужных? Ведь гол как сокол. А Володя любит, чтобы его обирали. Наш бригадир Бляхин берет с них взятки, они все молчат, представляешь? Ну, конечно, молчание золото. Да 20-30 рублей, начальство уважает. У него там... Ой. Ну, конечно, я его не защищаю. Нет, защищаешь, защищаешь и покрываешь. Ну, за салом-то Сема смелый. И ты давала взятку? Понимаете,
Зарплату ведь он выводит. Но это стыдно. Очень стыдно. Нет, Нинечка, очень приятно. Советские молодые люди, комсомольцы, наша надежда, так сказать, и собственноручно вскармливают стяжателей. Приятно в 66 лет жизни получить от родной племянницы такой подарок. Ну, дядя, ну понимаете, что всем нам... Ну, понимаете, что ну, мы все... Ну, скажи ты им, я не знаю. А что же говорить-то? Нечего говорить. Молчать. Выпьем водки, ну. У них там банда. В наше время давать взятку? Вон! Вылезла. Когда кончатся эти стены? Хорош себя ощущает дрянью. Справа стена, слева стена. Докатилась. Понимаешь, не хочу, чтобы моя жизнь так вот тянулась. Ира, можно я тебя поцелую? Смотри, кажется, американцы. О, великолепная семерка, да? Газеты, что ли, не читаешь? Путешествуют. А зачем в фургоне? Сенсация. Пойдем покатаемся. Да ну неудобно. Да ладно, мы поговорим, поприветствуем. Здрасте. Здрасте. Hello, hello. А почему вы пешком? On foot, yes, it's difficult. А, в гору, да? В гору. Трудно. Трудно, а. Hello. Здрасте. Call your friend. А? Let's have a ride. Володя! Иди сюда! Aren't you afraid? Do you want to take the rein? My horses are quite me. А, но... Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Goodbye. 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 До свидания. Спасибо. До свидания. Goodbye. Goodbye. Прощай, Америка. Смотри. Сейчас что-нибудь придумаем. Разыщем палочку какую-нибудь. Вот, а? Давай ногу. В жизни не надевали туфель. Пройдись. А. Ой. Ну что, мать моя, опять, да? Да ну. Вручаю вам.
А это что, букет? Не букет. А я босиком. Ну и что? Ничего. А это что будет? Чего, чего? Это будет факел. Поднимай. Ой, горит. Горит. Вот это твой горит. Беги за мной! Ура! А? Каково? За мной! Тяжело. Чего в самый раз? Она у вас больная? По траве не привыкла ходить, колка. Городские. У меня пятка во гвоздем не пробьет. Ну-ка. Сила. Заблудились или так? Так. Чего так-то? Заблудились. Ну, пойдем, пойдем, говорю. Ничего тебе. Пойдем, говорю. Эй, пацаны, картошку оставили. Съедим. Она сырая. А ты ела когда-нибудь вареную картошку без воды? Ну, пару, что ли? Нет, совсем без воды. Это меня один парень научил в армии. Это берется картошка и засыпается сверху сырой землей. И сверху горящие угли. И земля нагревается, и образуется пар, и картошка варится. Как хорошо здесь. И зачем мы в городе живем? Кругом камни, а здесь костер, сено как пахнет. Давай здесь останемся жить. Тебя старики давно ищут. А я в город поехала. Ну, они позвонят. А у нас телефон еще не включили. А ты что, не хочешь? Ну почему же я не хочу? Сказал он, а сам подумал, хорошо поехать сейчас домой, поесть, выспаться, да? Но она не знала, что дома-то у него нет. А, ну тогда они остались вдвоем у костра. Он готовил ужин, аппетитно пахло печеной картошкой. Нет, нет, куропатками, которых он настрелял на охоте. Нет, он по мелочи не работал. Он застрелил горного козла и жарил шашлыки. Она валялась на сене, ничего не делала. Как всегда. Как? А хижину, которую она построила своими собственными руками? Что-то не видно этой хижины. Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Сейчас увидишь.
и он свалился, уставший у костра. Подожди, подожди, он еще не свалился. Он еще жарил шашлык из горного козла. По-моему, готово. Иди сюда. Сейчас. Сейчас. Хочешь? Ух ты, как устроилась. Вот и хижина. Да. Устраивайся. Ты обернись. Ну чего ты, чего ты? Thank you.
В гуме блузки давали. Тоненькие, тоненькие, а греет лучше ватника. Сказал бы здравствуй, не чужие. И, между прочим, когда гуляют, предупреждают, я дверь не запирала. Заждались. А я к тебе как к сыну, как к душевному сыну. Может, усыновишь? А ты глазки-то не туши, не туши глазки-то. Скреплять надо отношения-то, скреплять. Молодежь вы моя, молодежь. Ты ему в глаза загляни. В глаза. Все они ровно волки. Обидел Володя. Женщина она, Володя. Ты женщину унизил и попрал. А какая баба? Какая баба, Володя? Но дядя я. Вот и мечтал. Она, ты и я около, по-семейному. Друг дружке деньги в кружку. Вольному воля. Не обижайся, Дементий. Я проститься хочу. Проститься? Как проститься? Нагулял бока в лес смотришь? На вокзальных лавках в гимнастерешке забыл? Кто вас высел и поднял? Кто профессию дал, а? Кажется, отблагодарил. Сколько тебе своих получек дал? Не о благодарности речь, Володя. О дружбе. Ты нашу дружбу унизил и поправил. Какую дружбу? Дружбу? Вы же не мои люди, все! Ведь только одно и знаете, клубника, тряпки, блузки, дом свой, дом! И все почем, почем! Мне же 24 года. 24 года. В 24 года я с наганом в атаку за родину ходил и право завоевал. Право свинеть! С коробного захотелось, на мясо потянуло. В герои, в космос, раздери его пополам. Вот он мой космос. И так живут, так жили и так само будут жить. Скверно тебе будет, Бляхин. Это я обещаю. Вот так. Нарисовали? А теперь ножницами мы начнем лошадку вырезать. Девчонки! Иркин поклонник проехал. Весь такой положительный. Исключительно. Ну-ну. Поняла? Да. Римма Максимовна, а вы что скажете? А где он? Ух, как быстро передвигается. А я бы ни за что не согласилась выйти за него замуж. Почему? Потому что он слишком положительный. Нет, правда. А Володька, как ты думаешь, положительный? Его бляхинская племянница окрутила. Что поделаешь, любовь. Неправда. Нет, правда. Правда. Неправда. Правда. Правда. Неправда. Раф? Я пришла сказать тебе, что я выхожу замуж, и ты спокойно можешь оставаться с ней. С кем с ней? Говори, говори. Что говори? А вы отлично подходите друг к другу. Я только удивляюсь, почему ты не сказал об этом мне сам. Ирка.
Ирка! Не подходи, я все знаю! Что ты выдумала? Что ты знаешь? Ты все врешь! Знай, врешь, знает она! Врешь. Что ты знаешь? А ее нет, сукин сын. Сукин сын не приходит. А тебе никто не нужен. Слов не держите, о чести понятия нет. О чувствах не говорю, какие там чувства. Я тебя не обвиняю, ты такой, как есть. Не ходи, не звони. Что у нее после тебя останется? Цинизм, неверие. А дальше вся жизнь перекати поле. А вы, наверное, правы. Ты черный ходишь? Хвораю, Зорница. Хвораю. Зубы, ноги. Ну, знаешь, зубы одно, ноги другое. Болею, болею. В общем, болею. О. Че это вы? Поссорились, что ли? А тебе все интересно? Кто с кем мирится, кто с кем ссорится? Все интересно? Все интересно, да? Да ладно. Это мои девчонки. Ляпнули про племянницу. Я знаю, что ты парень хороший. Спасибо, спасибо, дорогая. Брось поясничать.
Хочешь, я к ней схожу? Подумай, я подожду. Кстати, получка сегодня. Мои девчонки выбывают из игры. Владимир Сергеевич, на футбол пойдем? Ну? Девочек захвати. Вопрос. Сколько получил? 60. А кто тебя выписывал эти 60, а? Не дам. Ну-ну. Ты иди. Сблокировались, что ли? Вот-вот. Кончили, товарищ Бляхин. Что, мало выписывал, Всё. Товарищ Левадов? Ух ты, благодетель ты наш! О. Ты нам выписывал не больше, чем нам полагалось. Чего вам надо? Да ты газетки читай, не прикрывайся. Про таких жлобов, как ты, Ленин говорил, давить их надо. Чё, называй себя рабочим. Ты мне рабочий, класс, не морай, не морай, не морай. Вы его позорите, Бляхин! Володь! Идешь к ней? Скажи, что мы ждем ее. Скажи, что мы очень ждем ее. Пусть не забывает друзей. Желаю удачи. Я, кажется, становлюсь надоедливой. Но дома сидеть не могу. Главное, не вешать носа. Торт и ждет нас долгожданной победы. Отпразднуем. Отпразднуем? Владимир Сергеевич, подвезу. Thank you.
ореховым тортом не пахнет. Странно. Подождем. Приедут. Let's take it now. Проще, проще. И нам будет очень легко. Очень легко полюбить друг друга. Эй, бэби. Что ты спешишь? Спокойно. Ну вот мы почти дома. Какие сны? Не помню. Люблю слушать чужие сны. Хочется ничего не помнить. Так не бывает. Легко тебе живется. В наше время только птичкам легко живется. Хорошая у тебя машина. Однокомнатная квартира. Ешь. Спасибо. Смотри, туда ехал, сидел, обратно еду, сидит. Вот чудак. Остановись! Спасибо, Ванюша. Счастливо!